чего все началось, ваше первое произведение? Началось все достаточно давно, когда мне было 5 лет. Я тогда приезжал постоянно на лето в гости к бабушке с дедушкой в Анапу как раз, где детство мое прошло. И тогда начал читать книги с 5-летнего возраста и начал сочинять истории. Думал, что я делал тогда, сейчас бы назвали комиксами, а тогда такого понятия не было. То есть я рисовал истории в картинках, брал обычную тетрадку. Вот, и у меня был там любимый герой, муравьишка почему-то. Он путешествовал по разным сказочным странам и сражался со всякими сказочными персонажами, Горинича, почти бессмертного, и непременно всех их побеждал. Это был первый опыт, потом в школе были рассказы про своих одноклассников, ну, уже более-менее серьезно начал заниматься литературой, когда поступил на филологический факультет Тамбовского университета имени Дзержинского в 95-м году. Понятно. А откуда берется вдохновение? Да, я как бы в основном, если мое творчество знаете, то я очень много пишу на тему привлечения, того, что меня окружает. Вот у меня есть там блоги вместе с нами по Кубани сейчас. Замечательные блоги про семью, которая писалась на только сама собирает. Не просто большие блоги, выпущенные издательством «Традиция». И все эти книги, они, мне вообще очень нравится тема краеведения региональной мастера. Я много встречаюсь с людьми, провожу встречи там, одесских садов, там, вузов. И им всегда интересно читать про нечто узнаваемое. То, что можно увидеть, поехать туда, пощупать, сфотографировать. Это элемент узнаваемости очень важен для восприятия, особенно детского. Очень интересно, я не люблю писать про какие-то фэнтезийные миры, которые в детстве читал много фэнтези и фантастики. Вот, нравится такое, что, да, такое приблизительное реальность, хотя сказок я не чувствую, сказка не чувствую, и люблю подумать о очень сказочных историях. А так вдохновляет окружающий мир, моя семья, мой отец двух детей замечательных, и очень сильное вот на меня лично влияние оказывает много. Море, стихия, которая подпитывает энергией меня всегда. Просто выйду на берег, подышу воздухом, смотрю на море, такое бы много, штормящее и спокойное, и наполняюсь силами. Личное опыт. Были ли какие-то курьезные случаи, когда вдохновение пришло в неподходящий час? Было, как я написал я стихотворение «Ночная гроза», прослушались часа в 4 утра от того, что действительно за окном громыхало, лило, сверкало, полыхало. И я вот не любитель писать такие вещи, ну, 7 минут, что называется, я люблю обработать текст, его шлифовать, пикать из него оптимальную совершенно. Был тот случай, когда стихотворение написалось сразу, буквально ночью, и пришлось себе, поскольку семья, мы тогда жили в однокомнатной квартире, чтобы никого не дурить, просто записал его в телефоне. Потому что обычно, если ночью что-нибудь, даже какой-то очень хороший текст приснится тебе, приснется, и он будет у тебя в голове крутиться, то очень велик шанс, что прослушаться его уже не вспомнишь. Я набил его в заметках, с моим смартфоном, ну, там, перечитал, и он мне понравился. Как вы подбираете имена героям своих произведений? Например, вот, ну, там, хрестоматийный мой герой, это дельфиненок Антоха, который живет в Анапе. И про дельфиненок Антоха Антохе вышло уже 4 разных издания было. Ну, с разными элементами оформления, там, какие главы там добавлял, убавлял и редактировал каждую часть. И вот сейчас типография отправлена уже 5-й тираж, то есть это моя, такой, ну, моя книга «Талисман». Я ее очень люблю, на самом деле, и любят ее не только дети, но и взрослые. И вот имя Антоха, например, вот меня спрашивают уже, почему он так вот назвали дельфиненка. Я не знаю, на самом деле, а потом подумал, что, наверное, на подсознательном уровне Антоха начинается и заканчивается на букву «А», как «Анапа»,
такая буква «Н» – Антоха, Анапа. И он такой, уже анапский, нет, он родился и живет рядом с Анапой, поэтому вот он такой, анапский. Вот, например, книга «Сказки из лесов» у Баски, это самая последняя, которая у меня вышла, такой большой фрагмент, очень красивый. То есть я попробую гуляющий, то есть я мелодик хулиган, там, ежик калитка. А, и политически я еще подбираю, то есть рис, брыс, там, лак, колбаска, вот здесь очень нравится такие, и красные. А, там, я так и анарх, там, ну, или обладу, попробую. Ну, например, у меня есть Шоколенок, которого зовут Шоколёшка. То есть его звали Алёшка, и родители вечером, там, когда он где-нибудь бегал, там звали Шакал Алёшка, и два слова в одно слились, получил Шоколёшка. Ну, такие вот тоже игры с плани, со звуками. Детям очень нравится, взрослым тоже, кстати. Либо говорите, либо... Ну, иногда даже называю персонажей именами, которые... Ну, моих родственников или друзей, они потом узнают себя, и в зависимости от того, хороших персонажей плохие, или радуются, или отзываются. Бывает и такое. Здорово. У вас есть любимый персонаж, и что делает его особенным для вас? Ну, наверное, я уже ответил на этот вопрос, наверное, Дефилом Пантоха. Потому что это первая моя детская книга, которую я писал, даже не предполагая, что потом я займусь детской литературой. Это был первый опыт, до этого я писал очень жесткую прозу для взрослых, у меня такая книга, там, и там был хоррор, триллер, драма, то есть такая, наверное, жесткая, реальная, там, 16+, такая вот книга. И мне нравилось писать именно такие, ну, вещи серьезные. Потом попробовал с Антохой, получилось. Книга была, стала неожиданно таким хитом. И потом я понял, что мои персонажи в детстве очень, ну, востребованы. Нравится читать книги детям и родителям, бабушкам и дедушкам. Начал пробовать дальше, тем более началось сотрудничество с издательством «Традиция» Краснодарской, с которой мы уже много книг сделали. И вошел во вкус, и теперь я вот уже, это такая неотъемлемая часть моей жизни, я получаю огромное удовольствие, сочиняя истории для детей. Огромное удовольствие, мне очень нравится. Я даже уже когда пишу, я уже представляю, как она будет звучать, как я буду читать перед аудиторией. Как воспринимать дети. Мне нравится, когда дети улыбаются, когда они смеются, тянут руки, когда задают вопросы в конце встречи. В общем, там есть такая обратная реакция, видно, что я не оставлю равнодушным. И вот так вот неожиданно для себя я из взрослых писателей переквалифицировался в детстве. Я на самом деле, я себя считаю не детским писателем, а писателем семейным. И мне очень радует, что сегодня Владимир Владимирович наш, Путин, объявился в этом семьи. Там вот семейная тематика постоянно в книгах, и эту тему, как это называется, качаю. Мне нравится писать про семьи, про нормальные семьи. И ну, дай бог, будет переиздание в «Медицинском Кубани». Это будет необычное переиздание, будет уже не две книги, а три. Это будет полноценная трилогия, она будет очень сильно отличаться от первой версии. Очень сильно. А что побудило переключиться со взрослой серьезной литературы на детскую? Я не совсем переключился, я еще балуюсь, я периодически подписываю для взрослых и активно публикуюсь. У меня и толстые журналы мои рассказы берут, и в антологиях различных они выходят, я им взрослые рассказы. Но в основном переключился на детскую, конечно, больше, гораздо, в разы больше пишу для детей. Ну, наверное, потому что, во-первых, это востребовано. А любой писатель, когда он пишет, он надеется на то, что его могут читать. Те, кто говорят, что пишут в стол, им это нравится, все лукавят, это неправда. И я же один из немногих авторов, которые работают и выпускают не за свой счет, а я фотографию. Угор на то, что мои книги, я даже там не очень большие, никаких там деньги за это получаю.
Не способ заработать на жизнь. У меня есть основная работа, которая меня отнимает огромное количество времени. Поэтому нормальные люди, когда работают, они же отпуск, чтобы отдохнуть, а я в отпуск, чтобы поработать одного дня. Потому что с работы это плохо все. Я работаю вечерами, но вечерами сил, как правило, остается. Но так вот, и детская литература — это еще такой интересный пласт, который, вы знаете, мне кажется, на самом деле в нашем мире очень не хватает доброты. Именно сейчас, в последние два года, тяжелое время, на самом деле, время, которое нас испытывает, мы всю нашу страну, всем знаем, как это. Очень надеемся на то, что они в скором времени разрешатся. И вот, мне кажется, вот дети, они же подсознательно чувствуют вот эти новости, там, родители обсуждают, на улицах они встречают там. И это, не хватает очень света, там, я стараюсь не путать. Какая часть вашего творческого процесса самая сложная? Это вечный вопрос, а самая сложная часть. Это редактура. Потому как я беспощадный совершенно редактор, и тем, кто ко мне обращается за помощью или для разбора своих произведений, но самый беспощадный я к себе. На самом деле, вот каждое свое произведение я просто 15 раз я не читаю. Я пока вот я не пойду до той точки, когда вот я скажу, нормально. Книги, которые мне свойственны. Вот, например, книгу следующую «Прозы для взрослых», которую я все-таки я тоже вам секрет такой маленький открою, в следующем году, если все будет нормально выйдет, а я выпускаю, где вторая книга всего моей взрослой прозы за 10 лет, то я вот ее готовлю уже больше 10 лет вот всего. Mm-hmm. То есть потом накопливаются рассказы, и потом я их перейду бесконечно. Я ее уже показываю редактору московскому, уже там они сделали кучу правил, уже я их всю внес, чтобы по запросам подойти. Сейчас я ушел в отпуск, взял ее и переписал. И весь отпуск потратил на то, чтобы опять ее отредактировать, очень сильно сократил многие вещи. На ваш взгляд, что является наиболее важным в хорошем произведении? Вы знаете, вот некоторые любят сложности, а я люблю простоту. Мне кажется, чтобы произведение было легкое для восприятия, простота может быть кажущимся. Люди простые, нифига. Детская литература как раз она очень сложная. Чтобы ты достучался до новенького читателя, это дорого стоит. Люди некоторые считают себя детским писателем просто потому, что там рифмуют там, зайчиков и белочек, там, волчонков и волчонков. И от этого они не становятся детскими писателями. Я сказал огромным количеством графоманов, которые просто монетами пишут такую бельберду, которую читать нормальным ребенком совершенно не надо. Но я даже запрещал такие вещи. А они выпускают километрами, реально, по 10, по 15, 20 книг. И это не то, что делают на самом деле. Они не задумываются о содержании текста. И они задумываются. Я понимаю, что каждый текст должен быть таким посланием своеобразным. Но, опять же, он должен содержать мораль, но не нарочитывая, не глупо, не разжевывая для читателя, для слушателя, что такое хорошо, что такое плохо. Он должен, прочитав или прослушав, сам сделать этот выбор, он должен сам понять, что такое хорошо. Какое произведение на вас оказало большое влияние? Вы знаете, я с детства читал огромное количество книг, просто огромное. Я как-то вклинулся. У меня первая книга, которую я прочитал сам, была «Перечка ряда». У нее было там страниц 12, там, например, большая, вот этот формат. А вторая книга был «Карсон, который живет на крыше», которая была порядка 500 страниц. То есть я вошел во вкус очень быстро. И, конечно, для меня, как у детского писателя, огромное влияние оказало. Ну, я думаю, что наша и детская литература, которая и мировая, и советская. Смотрим, там, Жюль Верн, фантастика вообще очень любил. Жюль Верн, Кира Булычева, думаю, сами любим писатели, там, Беляева Александра.
А потом уже, когда повзрослел, ну, много читал Стивена Кинга, был период, но это было 90-е, потом я еще, я, собственно, так много не стал, но в свое время мне еще очень нравилось, ну, вот он уже впал на разум просто. Ну, тоже влияние на меня произвело, когда я писал именно жесткие вещи для взрослых. А сейчас я просто люблю, если есть возможность, почитать хороший текст, неважно, там, современник или классик, книжек. А, и я могу не помню, чего делал в наше время. Я дрон для меня. Поэтому у меня есть повесть, вот она в книге «Космос», вот есть «Сезон падающих ангелов». Она про 90-е годы, это полуавтобиографическое произведение. И там главный герой, меня читает как раз герой нашего времени. И это неспроста, потому что вот, ну, там, каждый, наверное, человек хочется сказать, как герой своего времени. Вот я тут... Подростка, который живет в 90-х. Он городе, на Черноземном крае, там мой родной город Подольск, был описан под своим именем, там многие даже люди без купюра участвуют, за что меня потом не любили в моем доме. Ну, я тут... Но было такое. В общем, самое большое влияние, мне кажется, автор оказывает хороший книги, хороший сам по себе, мудрый, качественный. Ну и, как я говорил, я очень радую за легкость, чтобы читалось в лёд, чтобы человек получал от чтения удовольствие, а не продирался сквозь текст, как через лабиринт, например. Вот я не люблю, я хотя признаю там таланта Милорда Павича, например, там Уберта Эймота, которых я читал тоже. Но я все-таки люблю более легкий стиль. Хотя это тоже гениально, но второй второе потрясающий текст. Любимое произведение собственного сочинения. Ну, вот это ну, часто спрашивают, трудно сказать. Ну, наверное, это так, что последние души, то, наверное, самое, пока на данный момент любили. Mm-hmm. Ну, это сказки из лесов кубанских. Эта книга просто для меня еще очень важная тем, что вот в ней я на данный момент, вот, мне кажется, достиг ну, максимум, что я могу в детской литературе, вот все, что я, чему я научился за эти годы, что я впитал от чтения книг, от общения с детскими писателями, я дружу со многими. Вот я все туда постарался воплотить, и мы сделали еще книгу очень необычную. Вот, во-первых, ну, помимо совершенно потрясающих иллюстраций, просто. Ух ты! И можно эту книгу рекомендовать детям читать со смартфона. То есть они прочитали сказку, потом взяли смартфон, навели любое приложение, считывающим QR-коды на вот эту плашечку, и прослушали, либо прочитали там два варианта информации про это животное, о котором ведется речь в сказке. Ну, то есть только уже не сказочную информацию, а о том, чем оно питается, какой размер оно там вырастает, какого цвета мех, какие у него особенности поведенческие есть, с кем оно дружит, а с кем не очень конфликтует, например. И книга получилась таким образом, ну, такой энциклопедией. То есть их животных, которые живут в нашем Краснодарском крае. И вот детям такое очень нравится именно интерактивность. Ну, вот, мне кажется, это тоже. У меня последняя книга вообще в Петербурге выходила еще два издания «Пенсионный кино», где три куска по галактике. И вот там именно в Петербурге я вот распознал вот это возможность расширения текста путем добавления QR-кодов. Но мы в Краснодарском крае сделали еще лучше, мы сделали вообще потрясающе, и я даже отдыхаю, скажу, что мы немного повысили планку. И даешь, что планируем, кстати, еще повышать. Есть еще идеи, которые мы не реализовали. Здорово. Всегда ли вы знаете конец произведения, которое пишете? Вот, хорошего. И всегда. А даже более того, я признаюсь, что очень часто я знаю начало, с чего я начинаю, там, бывает даже только одно предложение. А потом я считаю, что текст умнее автора, и достаточно ему начать, разрешить ему появляться на свет, а дальше он тебя уже сам выведет. И вот со мной вот так очень часто бывает, что текст пишется, сначала ты начинаешь писать текст, а потом текст тобой, используя тебя как инструмент. Вот я действительно, я на самом деле, мне говорят, почему ты не напишешь роман? Для меня вот роман – это нечто пока недосягаемое, это ну, огромное количество времени на это все надо. А я вот работаю на средней дистанции, я очень люблю повесть. Вот,
знаете, у меня почти все мои предприятия, которые выходили в последнее время, для детей это детские повести. Или бывают повести, в которых внутри много маленьких рассказов, но они сами между собой соединяются, там есть какая-то такая сквозная линия, и когда ты доходишь до конца, ты понимаешь, как они все вот так, как на гирлянде нарисовывают эти рассказы. Вот так вот. Из классиков каких авторов начинающим писателям необходимо знать? Ну, я не буду, я думаю, оригинален. Я считаю, что надо знать, естественно, Александра Сергеевича Пушкина, Эйкмана, Достоевского для тех, кто хочет заниматься психологической прозой, для тех, кто любит драматургию и короткие, емкие, хлесткие рассказы, конечно же, Чехов. На самом деле, действительно, к этому знанию приходишь, что это наша классика, она неисчерпаемая, такой колодец, для вдохновения и для просто наслаждения хорошим вот русским. Лесков очень недооцененный автор. Его не меньше знать, чем современник, а я считаю, что он совершенно потрясающий. Я очень люблю Гончарова. И там, когда в школе мне говорили, что ты никогда не осилишь Обломова, я его прочитал в «Лёте» с огромнейшим удовольствием. А потом с не меньшим удовольствием прочитал «Обыкновенную историю» или «Обрыв». Классика, на самом деле, как бы это ну, там, скучно не звучало, но она наше все, и ее надо знать, и ее надо читать обязательно. Произведение какого автора вы считаете недооцененным читателями, кроме Лескова? Ну, Лескова, да, да, я вот не знаю. Даже вот... Вот всего. Ну, вот мне очень нравится современных прозаиков Юрий Бульдов. И дальше его называют. Я его для себя открыл еще, когда учил на филфаке в 90-е годы. И мне тогда он просто потряс именно своим таким, у него такой магический реализм с очень узнаваемыми российскими там, реалиями, и в то же время вот, напомнили какие-то мистическими интересными образами. И вот мне кажется, что его как-то затирали, потому что его получают там ту же самую большую книгу, другие премии, как правило, автор, который издается более там, книги, которые экранизируются, тот же сам там Алексей Иванов. А вот Бульдову, вы знаете, мы с ним еще тогда Facebook был, мы с ним там подружились, а сейчас вот пришли уже на контакт, когда начался. И время от времени там переписываемся, ну, просто как бы стараюсь тоже лишний раз человека не беспокоить, но он все оказался очень язычным, и на мою просьбу там прислать мне рассказ ни одной антологии, я еще не вышел, но его прям без проблем, да. Что мне было невероятно приятно, потому что для меня это какой-то небожитель. Концовку какого известного произведения вы хотели бы изменить? Один раз я выступал в Центральном детском центре «Смена», мне задали такой вопрос, и они меня немножко в расплох застали, но я сориентировался и сорвал аплодисменты четырех залов, которые были 14 подростков. Я сказал «му-му». Точно. Это отлично. Но я не погрешу истины. Как вы считаете, писателем или поэтом можно стать или им нужно родиться? Какая-то основа должна быть внутри всего. Да. Не может из ниоткуда вот, человек вот, просто там, даже много читающий, даже увлекающийся там, языкознанием, там, увлекающийся литературой. Если вот, у него не было этой склонности, ну, вот это будет какая-то работа, будет, наверное, очень искусственная, может быть, хорошо написанный, но искусственный текст. Все-таки в каждом, наверное, авторе должна быть душа. Вот. И это должно быть где-то внутри сердца, в самом глубине. Но мне кажется, что научиться нельзя, можно научиться совершенствовать стиль, там, язык там, все улучшать, подачу материала. Как молодому автору справляться с критикой, особенно с суровой? Ну, я сам очень суровый критик. Это все, кто меня знает, в курсе.
Бывает, что после моих разборов люди больше не проходили на собрание национального литературного объединения. Были пациенты, меня немножко стыдно, но не сильно. Потому что если я говорю, это не стихи, то это все, это уже приговор. Прям это не стихи, это все. Прямо если поставить, и больше не заниматься терапией. Ну, авторы. Я тоже проходил через Данила очень жесткую критику, и цель была. Я был экспериментальным молодым поэтом, писал Кузовский достаточно вещь тоже, стихотворно. Ну, надо, знаете, мне кажется, важно отсеять вот критику, критику толковую от критики, ну, которая просто эмоциональная. Из любого критического разбора мой оппонент профессиональный человек для себя вынести какое-то полезное зерно и в дальнейшем использовать и улучшить нужно какие-то свои стороны. Для меня, в принципе, конечно, очень она тяжело воспринимает. Невероятно. Это было очень больно. После там, моего разбора на форуме молодых писателей России в Липках, это был, наверное, год 2009-й, я был на мастер-классе журнала «Новый мир». Я там так расчетился, и я потом, наверное, был раньше написал вообще. Ну, там говорили, ничего, выжил, стал сильнее. Вот я выжил, стал сильнее. И сейчас уже с высоты там, определенного опыта, жизненного, писательского, глядя на те свои вещи, я понимаю, что не заслуженно. Заслуженно понимаю. Достанется мне сегодняшнему я вот тогда, ну тоже, наверное, ну, жестко поступил с самим собой. У меня об этом есть рассказ, можете его в интернете найти, он у меня неоднократно там побежден на этот конкурс, называется «Не поэт». Понимаете, что если твой человек не сумасшедший, то он, может быть, хочет тебе добра, и после общения ты, наоборот, поднимешься на какую-то новую ступеньку, а не уйдешь на сыпь голову. Вот так. Стоит ли начинающим авторам писать под псевдонимом? И что вы думаете о странных псевдонимах? Ну, на этот вопрос мне ответить сложно, на самом деле, потому что я под псевдонимом никогда не писал. Я такой, как я был псевдонимом, так я пишу и не писать буду. Мне пугали, после того, как я начал писать детские книги, может быть, ты там уже взрослый будешь под другим именем выпускать. Ну зачем? Ну это же я. Я разный, да, я бываю неприятным, бываю страшным даже в своих произведениях, а бываю очень добрым детским пушистым. Но и там я настоящий. Важно быть настоящим. Поэтому для меня псевдоним это такая лазейка, чтобы, может быть, там от своего не палить свое имя, там, да, или наоборот, не знаю, я как-то не люблю псевдонимы. Раньше мы были самой читающей нацией в мире. Что, на ваш взгляд, должно быть сделано, чтобы молодежь снова стала читать? Как тоже опять на своем опыте сказать? Вот у меня сыну моему сейчас 7 лет. Он пошел в школу у меня в первый класс, у меня первоклассник, где-то там в соседней комнате. Я еще, когда он только родился, я ему с детства читал книги. Это стало такой семейной традицией. Жена моя читала, бабушка, там, я. Ну, начал читать 5 лет уже. Бойко. Даже не по словам, а сразу предложение. Словами предложение. Но вот до сих пор читать, вот так вот читать, там, я говорю, он не любит. Если другое время, наверное, другое. И у них гораздо больше альтернатив. У меня в 80-е годы альтернатива. А пойти во двор, там, мяч погонять или бадминтон поиграть. И посмотреть по телевизору два скучнейших канала, где ничего не происходит. А сейчас вот открываешь смартфон, да, песня, сходишь историю, прошлое, хочешь будущее, там все, что угодно. Игры, задания, шарап, ребусы, все, что угодно. Книга в этом случае начинает проигрывать. Но, поверьте мне, когда появился кинематограф, все говорили, что театр умрет. Но не всегда. Театр благополучно живет,
и достаточно процветает в таких вот городах, как Москва, Питер, даже в таких, как Анапа, тоже аншлаги на спектакле, которые к нам приезжают, там тарифисты. Потому что с книгами будет то же самое. Да, сейчас непростой период вообще для издания. Я со многими общаюсь с людьми, и с теми, кто книги пишет, и с теми, кто издает, с редакциями, крупнейшего, да, я с АСТ, вот, с редактором недавно мы тоже обсуждали эту тему. Какие будут жить, в любом случае. И наша задача писать и современным детям, тут мне будет интересно. Вот я на всех своих встречах, я читаю всегда с большим, ну, если вы когда можете потребовать найти, я с большим артистизмом, с юмором, я всегда с ним стараюсь людьми заинтересовать. И после встречи, где там присутствовало 30 человек, хотя бы там двое-трое, хотят прочитать эту книгу, это уже маленькая победа. А если больше, то это большая победа. И вы знаете, вот у меня тоже, вот, ну, я лечу в библиотеке со мной. И мне потом говорят, что после вашей встречи ваши книги все там разобрали, какой-то мир на то. Цель достигнута. И это не только должен я делать, это должны делать все. Потому что когда человек видит диалог живого автора, а многие даже это для них, это литература, это что-то вот те пати, которые там в кабинете писали на спектр, вот это мнение, кто-то уже тогда у меня там. Ну, у меня даже спрашивали малышня там, а вы с Пушкиным знакомы? То есть я для них, ну, а кого более якобы? Вы, это серьезно, это реально мой опыт жизни. И увидел, что он здесь писал, что они достаточно полисловный там, что может он там сидит за мамкой, там, попрыгает, там, руками попрыгает, там, но вспоминать тоже превращать не надо, просто элементы театрализованного представления могут быть, особенно при представлении детских. Ну, клоуном тоже не надо. Все должно быть в разумных пределах. Наша задача, чтобы вот это, эти дети, это молодое поколение, время молодое незнакомое, чтобы оно все-таки читало книги и хотя бы получало хотя бы часть такого удовольствия, которое пишет. И это у нас и получится. Спасибо вам огромное за интервью. Конечно, было. Спасибо.